Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Посол есть, Рено есть, Мурл Холмс есть. Гона последнее, мне нравится посол. О, какие-то зад плюс. Даже с этой штукой, да, неплохо. Все-таки прокрутим эту штуку. Золотую версию делаешь? Реклама БКЛ, ну как видишь, не показывал. Стринг красный. О, спалил что ли, блин. Вы давайте так не пугаете. Что там ВВА поставили? Там можно и на одном здоровье закомбэчить, офигеть. Что на край такое, подожди. Ладно, хорошо, хотя бы до него добрались. Ну, справился. Не 30%, но спасибо. Йоньк. Ну, то есть, пока ты сейчас еще одного получишь, а потом в следующий раз ты сработаешь на один нормальный кусочек, а в другой это размножит. У него Мороз, ясненько. Кинза второй сомнитель, сейчас мне такая, что надо двери играть. Понял, ребят. В любой ситуации дверей. Хорошо. Одна старта. Поехали, я верю в себя. Главное верить в себя. А, реально волка дали. Ну хорошо. Пиздец, что с этой метой не так? На открутке нихуя нет. А после шмарлыки 900-900, что на столе и по 500 статов в руках, еще и рейтинг 108 дали. Еще рейтинг дали, в этот раз мы сможем забрать отсюда. Сейчас, секундочку, шух. Не знаю, можно было эту штуку забрать, пробовать. Сложно, ребят, сложно. Что трекрайт? Трекрайт. Мерено, немерено.
Ну да, на самом деле, я не знаю, это только у меня такое в лобби, или еще тоже у кого-то есть, что прям если не собираешь себе сетап прям готовый на 8-9 ход, а тебя выбивают. То есть раньше такого не было. Сейчас меня второй день, по-моему, так выносят. Что, ну реально, 8 ход, и там фул, там, допустим, волк, золото, реборны, ревентеры, там, все, короче, механокони, все есть, абсолютно все. Мне слишком быстро, да, но такого не было, в смысле, буквально недавно. Эй, кто нас не соврал, молодец. Эта хрень мне нужна, чтобы я мог лутать себе эффекты конца хода, билка на хрипы. Короче, она важнее просто. Опять же, прохайрался. Не переживай, никогда не ставила запретку и не буду. А чё так лагает? А чё так лагает, алло? Hello? Я один это вижу. Ну это вред, ничего, а? Ну слава, что значит трек не очень. Мястра, 200 трек начинается с часа 35 хорошего стрима. Мястра, спасибо тебе за 200. Ну сейчас давай посмотрим этот трек. Спасибо тебе. О боже мой, у Арслана собирается какой-то билд. Неужели в лобби он и есть тот чел, который захоронил к 9-10 ходу? Инициирую открутку. Игра лагает. Ой, сдаться. Не допустить повышения ПТС. Так, вопрос к чисту как? Одиннадцатый ход, неплохой стол, но... Это не лютый хайрол. Даже нет 10 золотых волков. На прошлом ходу без Раван должен был делать золотую девочку. А, ну может быть, да. Да кого-то я даже не уверен, хочу ли я вообще в золото делать. Ну, возможно, можно что-то найти в любом случае, так что... По минус, наверное, ты тоже не играла. Пойди, сейчас мы так делаем и этот байт заставим. Мне нравится ход твоих мыслей. Не стесняйся. Пойми кого. Смешные существа. Ну что, просто дал, сиденько.
сразу хрень выбросим. Дальше слотов, наверное, не будет. Ищем ревендером. Ну, норм, забафались. Нет, я про нерфи. Вервочи сразу почти нерфят, если прям говно сделали. Нет, тут никогда сразу нерфят. Тут всегда проходит как минимум где-то 2 недели. Он все еще, по-моему, лагает сильно или нет? Мне кажется. Ребят, тычки лагают, по-моему, жесть как. Че, будет меня призывать на Сабина, что ли? Да, нам... Точно. Вообще не подумала. Тогда буду подписываться, как в чате. Данди Леон, подчеркивание. Так кто же могут... Подожди, это тоже не решает проблемы. Так кто же могут подписываться? Ну ладно, хорошо. Там как бы не подписываться. Ладно. Возможно, это решит частично проблемы. Ну, блин, забавно, конечно. Не. И забавно, здесь мы, конечно, легко выиграли. Вот, и спрашивали, как там размножили Мороза и как дальше делать. То есть дальше ты просто ты делаешь. Эта хрень дает тебе 4.12 и посчитай, сколько это будет статов. То есть сколько мы заход статов получаем. То есть эта штука просто ненормальная, не нужно давать столько статов. Ну лаги нереально идут, посмотрите просто, это какой-то кошмар. Следующий слайд, пожалуйста. Проблема в том, что она легко собирается золото. Ну да, там это сама. Нужно просто время, да? Как можно быстрее найти, это тупо время. Ненавижу тебя, Арсван, самый умный. Тут нашелся. Спасибо. Это просто первая мысль была. Тут не особо сработает. Опа, ребут стрима. Ребут стрима. ПК выбросить в окно и решить все проблемы. The fuck? А почему я его забрал, а не другого? Порок! Это хорошо, да, вот эта штука. Бр. Ой, короче, сражайтесь, я не могу смотреть на эти лаги. Так, что у нас тут хрипы есть? Ура! А, бабу сбивают. А, бабу сбивают. Ну слушай, ладно, пойдет. Выстается.
Ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро. Он тоже, да, особо ничего не делает, честно. Ну, позевой этаж. Не так много просто карт нас сейчас усиливает. Ну вот, кстати, да. Тоже собрал сетап, то есть нашел пару карт, и все, сидишь АФК, ничего не делаешь. Дальше все, что я делаю, это я ролю на спелл подношения Тита, спелл эффекта конца хода, спелл, ну вот этой штуки тоже. Резовал треки. Ну, как только зона закончится, так вернем. Как всегда. А если через птичку зарядится призывательница? Так она вообще липой, она дает сатыни навсегда. То есть у него она идет просто как существо, которое получает бафы с фаланги. То есть фаланга разбивается с кильту зада, и баф идет на птицу. То есть это, ну, просто вот зверь, который бафается. У нас птичка будет работать, ну, ужасно. То есть у нас есть карта, которая на связь, статы получают. Это, короче, просто неправильно. Это не чувствуется правильно. И пока наши катки, то если ты не лутаешь сразу же себе победный сетап. То есть левелап, победный сетап. Окей, молодец, победил. Левелап. Не упал победный сетап. Ну, сори. На восьмой ход чувак уже собрал золотым волком, золотым всем светом. Все на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.